Поэтому сказано про это, что таухид, единобожие, это такой удивительный, великий эликсир. Великое средство, что одна капелька его, она способна растопить горы грехов. Одна капелька его способна растопить горы грехов и превратить их в благодеяние. И здесь, говорит Ибн Усаймин, довод на достоинство истинного исповедания, полноценного исповедания таухида в трех его формах. Таухид, рубубия, то есть признание единственности Аллаха Субхану ва Тааля как Господа, то есть как Создателя, Распорядителя, Управителя, Наделителя, Властелина. Во-вторых, таухид аль-улухия, то есть признание единственности Аллаха Субхану ва Тааля в праве на обожествление, в праве на поклонение Ему. И таухид аль-асма ва сифат, единобожие, связанное с именами и атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, то есть признание обладания Аллахом Субхану ва Тааля божественными именами и атрибутами, в которых нет Ему подобных.